К утреннему визиту судебных приставов хозяин этой квартиры в доме на Южном проезде явно оказался не готов. Мужчина задолжал своему сыну более 700 тысяч рублей. У него уже 3 уголовных дела за неуплату алиментов. Платить по долгам не торопится, поэтому силовики пришли к нему лично вручить требования о явке к судебному приставу. А у нас нервы, знаю, какие. Я всю ночь не спала. Да еще сказал вчера. Вы напомните, если что, да, ему, конечно. Такие визиты к алиментщикам у приставов каждую неделю. Только в одном советском районе Самары проживает более 300 должников. Силовики приезжают к тем, кто не платит алименты более 2 месяцев. Следующий адрес – квартира на Балаковской. У должницы дочь с ограниченными возможностями. Женщина объясняет ситуацию тем, что вновь потеряла работу. Изначально направляется постановление о возбуждении исполнительного производства. Должник, если заинтересован в своих задолженностях, он сам приходит. Если он не приходит, то мы направляем требования, то бишь это повестка о вызове на прием. Опять же, не приходит. Тогда мы либо сами идем к нему на участок, выходим, где он проживает, чтобы установить его факт проживания, либо выносим постановление о приводе. Всего областные приставы ведут более 10 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. Более 7 тысячам должников ограничили выезд за пределы страны. Около 2 тысяч временно лишились права управлять транспортными средствами. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Сергей Баскин. События.